Добрый вечер. Здорово. Вы на день рождения идете или нет? Нет? Ира уже одевается, сейчас я закрываю сарай. Я хотел через вас пройти. Через вас хотел просто пройти. Ради бога. Не возражаете? Правильно, всегда надо ходить через нас. Да? У нас тут свободный проход. Все, кому надо, могут ходить смело. Понятно. Так, мы сейчас тоже, я сейчас закрою там сарай. Ага. Отремонтирую. Ага. Ну, ресивер не смотрели, не ремонтировали ресивер-то? И рассказала, там контакта нету. Мы телевизор отдавали в ремонт. Ира объяснит подробности. Ну ладно. Вот этот ионный телевизор. Да, я с ней разговаривал. Проблема да. была в телевизоре. Но вот этот самый балачок, она грешит, что он тоже плохо работает. Ага. Ясно. Я не вникаю. Вот я не разбираюсь, я не вникаю. Понятно. Вот. У меня вот забор. У меня в этом году забор поломало. А чем поломало? Так это снегом, нет? Снега. Кажется, все учел. А почему вы все учли? Дадим. Мне интересно. По-моему, там снег. Это крыша андулин. Это не скользко. Это не скользко. Это поликарбонат. Это скользко. Но вот эта доска, она для чего? Это снегозадержание, вот эта доска? Это временное. Вот это все. Этот лист отсоединил, убрал, чтобы мне было подходить. Он стоял так. И вот это вот железо, вот это. Так... В прошлом году снега мало было. Мало? А почему? А почему? В прошлом году я был еще молодой, и я счищал. Вот, потому и мало было. И еще я боялся, счищал, потому что боялся, что у меня не выдержит это. Ага. Летом я добавил дополнительные вот эти штуки, я две снял. И решил, что у меня будет стоять вот так вот. Это выдержит. Она набралась, и опаньки. И вот это все загнуло. То есть она вот так, как здесь была? Да. И вот оно сюда и уперло. Да. Здесь не скользко, здесь не сползает никогда. Ну это да. А тут скользко. И я не стал чистить, усилил. Почему вы думали, что она не сойдет? Она опаньки. Так а почему вы думали, что она не будет сходить? Мне интересно. Потому что мозгов не хватило. Я не подумал, что она... Серьезно? Стоит. Ну не хватило мозгов. Что вот это пойдет и все. Интересно. Я сейчас это все исправлю, переделаю и закреплю, чтобы. У меня нету сил сейчас туда забираться и счищать. К тому же очень неудобно. Да. У меня вот тут окно. Очень неудобно. С этой стороны прочищаю. А что значит прочистить? Прочистить надо убрать. А бывает столько снега, что уже убирать-то некуда. Да. Так а, сосед, подумал, что... так а сосед не возражал, что снег туда пошел? Так я не хотел, чтобы вот туда идти. Сейчас я должен сделать так, чтобы снег туда не пошел. А как это сделать? Вот я вот это подниму, выровняю его так вот. Сюда поставлю уголок 25 на 25 и закреплю к этим стропилинам. И они уже не вырвут. Вот это будет как снегозадержатель. Не такой хлипкий, как здесь. Поверху будет пущен металлический уголок. Я понял. И прикреплен, вот к этим, к каждой толстой. А как будет прикреплено? Сквозь кровлю? А? Сквозь кровлю будет? Да. Ничего страшного. Понял. Прямо поверху, полоской. Сюда и туда. Все, понял и я. И будет держать. Полоской металла. И уже никуда не денется. Поверх кровли, я понял теперь. Да. Постоит, а потом через некоторое время надо будет менять. Уже старый, но пока стоит. Да уже, может быть, я так думаю, что я уже год-два, и я вообще уже ничего делать не буду. Сейчас я тут, знаешь, как работаю здорово. Да? И сыну тут варю, все эти самые лестницы варю, сыну, зятю. Все, ничего не мочит, сварить, оставить инструмент. Да, очень удобно, да. Покрасить, да. Лежит, сохнет, дождь, не дождь. Большое дело. Да, и свет, кстати, это же поликарбонат.
свет проникает хорошо. Нет, освещение хорошее тут. А еще и освещение. Да, 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 да. Еще искусственное можно сделать, да, точно. Лампы горят. Лампы. А, вот лампа, а я не увидел их. Да я еще сюда, я еще слепой, я дополнительный сюда перенос. А сквознячка здесь нету? А? Сквознячка здесь не бывает? Или бывает сквознячок? Бывает сквознячок. В смысле? Ну вот я стою, немножко подул ветром. Да. Говорят, что это опасно. Для чего? Сквознячки для здоровья. Зато для проветривания хорошо. Когда при покраске. Я согласен, согласен. Да? Нам грех жаловаться. У нас тут сквозняков не бывает. Не бывает. У меня у сына, у зятя, вон туда, там, за радаром, туда, 7 километров отсюда. Да-да-да. Там такой ветродуй постоянный. Ну, там поле, считай. Я отсюда уезжаю к ним, легко одетый, приезжаю, там продувает вообще. Ну, там специфическое там место. Там ничего нельзя оставить на улице, там все сдувает. Слушайте, а сколько они сейчас каждый месяц платят? А? Не знаете, сколько они платят каждый месяц сейчас там? Не спрашивали? Делайте дело не... Очень интересный вопрос. Да. Если будет возможность, спросите. Нет, я сразу у Иры спрашиваю. А, у Иры? Там везде разная структура. Да вот, я знаю, да. Там везде, там, если рассказывать подробности, там есть один товарищ Голубев, который купил большой участок земли. Не Олег его зовут? Не знаете? Не знаю. Он купил большой участок земли, нарезал и продал участочки. Да. Пожалуйста. Но это часто так делают. А дорога в собственности у него осталась? Дорога у него в собственности. Так он часто делают. Он поставил шлагбаумы. Да. Ребят, и заламывает бешеные деньги. И никого не там проехать проблема. Ну, юридически он прав. Юридически. Я читал об этом в интернете. И про эту Орли там и так далее. Сколько лет судили? Бесполезно. Я сам... Бесполезно. У него там все схвачено. И как по-наглому, ты знаешь, я сам был на суде. Ну, там была такая необходимость. Я потому что был собственником одного из участков. Да. Я сам был на суде. Судья по-наглому. Знаешь, наш адвокат хороший задал вопрос. Она говорит, вопрос не по существу. Если вы еще раз задаете вопрос не по существу, я вас уволю. Этот Голубев там сидит, болтает без умолку, все что угодно. Судья его останавливает. Знаешь, что она сказала? Ведь что вы говорите? Я же вам сказала, этого не говорить, а говорить вот это. Она при нас говорит вот это, давая нам понять, что, ребята, вам тут ничего не светит. Такая наглость вообще, все волосы дыбом встали. Ну, для меня это норма жизни. Потому что я это, во-первых, неоднократно уже слышал. Ага. И в-третьих, я уже привык, поскольку я на продолжительное время, много раз слышал. Поэтому для меня это в России норма жизни. Ну, возможно. Поэтому это уже привычка уже, все. А рядом сын живет. Рядом, у них садоводство рядом. Да. Другое садоводство. Да. Все прекрасно. Там они сами себе хозяева. Ну там юридически же другая там. Это раньше было все одно, потом отпочка. Да, я помню. Отпочковала женщина свое хозяйство и надала. Делайте, что хотите. Ну они же в месяц тоже что-то платят, сын. Сколько он платит, интересно. А вот этого я не могу сказать. Но я должен выяснить. Мне интересно. Мне интересно, да. Надо спросить. Даже там сейчас идет война, еще не все до конца уже делится, но. Да я там чуть землю не купил, я поэтому интересуюсь. Ну, я-то знаю эту историю уже не только от вас, а от других людей и так далее. Вот, я там чуть землю не купил. Ну, не знаю. Вот, но там было бы тяжело ее продать, потому что не все хотят платить. Я тебе могу сказать, что у меня там живет зять, да. Который, он тоже имеет несколько участков, угу. Он строит дома и продает. Вот я также хотел. Покупают? Ну, в том месте, да? Да. Покупают, да. Сейчас. Сидим, значит, я хорошо. Дело, ни Кате, ни психовать. Ну, и понятно дело, я конечно. Я сарай закрою. Да, хорошо. И мы сейчас идем туда. Да.
Ира! О, здрасте! Ксена Ядна, здравствуйте! Постригся я. У тебя тоже неплохой, прекрасно выглядишь. Да ладно. А что? Слушай. Ты не согласна? Нет, как тебе сказать, что не обидишь. Я поняла, что почему ты побежал в парикмахерскую. Я так оброс, что у меня сил больше не было, и я уже... Ты ко мне не пошел, потому что я тебе сказала, что у меня с рукой проблемы. А, нет. Да? Нет? Честно, нет. Так, я даже забыла твои руки. Целуйте меня. Еще. Еще третий раз. На, это в легком жанре. Да, да, да. Да. У меня мужиков-то я не дождался. Кто-нибудь поцеловал. Там, между прочим, есть тапочки разные. Я Иру не дождался. Там они одеваются и одеваются. Сколько можно одеваться? Я думаю, я лучше пойду. Я быстро оделся. Давай, одевай тапочки. Хорошо, спасибо. У меня хоть и не грязно, но все равно. Ир, попрости, а вот такие тапки были прикольные, которые я все время носил. Это я, наверное. В голландском стиле эти. Ну, носите, носите. Давайте мне другие дам. Нет, 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 не надо, да что же, еще не хватало, вы что, смеетесь, что ли? Нет, пословица как-то, кто первый стал, того и тапки. Так что вы первые пришли, так ваши тапки. Нет, нет, что вы, сидите. Они тебе небольшие, они небольшие тебе, нет? О, подкрадывается, нормальные, Ира, кончай. Там есть еще мужские. Да какие можно? Да не надо, что? Спасибо. Там мужские еще какие-то. Я просто спрашиваю, какие можно взять-то? Ну вот это, наверное, тоже мужские. Смотри, там они искать-то не будут. Я ушел потихоньку. Не, вот эти один. Все, Ир, все, спасибо. Вот ты стрижку сделала, да? Да я уже давно постриглась, ты просто меня не видел. А, как тебя с рукой-то? Хреново. Вот, черт возьми. Да? Я думал, ты мне сейчас скажешь, так хорошо, так да хорошо, нет, ты знаешь, что забыла. То ничего, больше. Ничего, то болит. То ничего, ничего, то начинает болеть. Болит после чего? Ну, ну когда что поделаешь, тогда и болит. Слушай. Когда что-то а поделаешь, так, да. Так, конечно, жить можно. Пойдем. Да? Все, сейчас. Сейчас уже все потихонечку. Сейчас я сниму куртку. Снимай, здесь тепло. Ага.